я приглашаю вас на свой вебинар, который пройдет на следующей неделе, который называется «Обрядовая магия». Это уникальный, удивительный семинар, в котором я буду рассказывать о том, как проводить правильно обряды. Я буду рассказывать, как устроен человек с позиции обрядовой магии, каким образом человек может преобразовывать себя и окружающих людей, что такое алтарь, как разделять, как с помощью обрядовой магии помочь другому человеку стать богаче или помочь человеку избавить его от алкоголизма, как снять привороты, как сделать так, чтобы человек, который бросил и ушел от женщины, вновь вернулся, как сделать так, чтобы любовь появилась, как поднять ментально человека, что такое выкуп и как работать с обетами. И там куча всего. Что такое обрядовая культура, что такое этика обрядовой культуры, что такое система Агни, каким образом происходит работа в шамаизме и в самаизме, как работают с духами, какие приносят просьбы, что такое Атхарваведа, что такое слога Атхарваведы, какие есть особенности, как просматривать порчи, сглазы, проклятия, там и кучу-кучу всего, информации огромное количество будете, как подготовить место для проведения обряда, как делать обряды пассивно и, в общем-то, все, что связано с тем, что я называю эзотерическая обрядовая магия. Очень интересный семинар. Я многое из этого, скорее всего, знают те ученики, которые прошли 7 ступеней моей школы. Но многое, то, что я буду давать, неизвестно. И я буду давать это впервые. То есть, как работать с Агни, как проводить, как найти, как провести ребенка, если он там родился мертвым, как поменять имя, как найти имя. Ну и там очень много всего. Прям очень-очень большой такой пласт информации.